Владимирская женская команда ВЛГУ по баскетболу рвется в число сильнейших. В этом году наши девушки стали серебряными призерами высшей лиги студенческого чемпионата страны. Вот только в следующий элитный дивизион владимирские спортсменки попасть пока не могут. И дело здесь вовсе не в спортивной составляющей. Причина – во Владимире нет соответствующей российским стандартам баскетбольной площадки. Нужно освещение. Это первый момент обязательный. Нужны еще кое-какие вещи, которые как бы являются обязательными для того, чтобы нам дали разрешение на участие. Ну, естественно, мы надеемся на помощь наших партнеров, потому что с одним бюджетом в ЛГУ, скромным бюджетом, туда не пробиться. Помимо освещения на площадке нужен еще и новый паркет. Ремонт полов в спортзале в ЛГУ на улице Университетской обойдется в 3-4 миллиона рублей. А годовое финансирование женской баскетбольной команды всего лишь несколько сотен тысяч. Новый паркет нужен, потому что иногда очень сложно играть, потому что его бывает, да, бывает, скапливается пыль, потому что тут занимаются еще и студенты, помимо нас. И это тоже накладывает такой отпечаток на тренировки, не очень хороший. Тем не менее, пока принимать гостей владимирские баскетболистки будут на этом паркете. 2 апреля стартует турнир «Владимирская весна». К нам пожалуют студенческие команды из Перми, Костромы, Вологды и Великого Новгорода. Пройдут баскет-сражения и среди школьников старших классов. На соревнованиях ожидают и VIP-гостя. К слову, он вполне может поспособствовать решению всех проблем владимирской команды. Мы договорились о приезде на турнир президента Федерации баскетбола России Андрея Геннадьевича Кириленко. Это игрок NBA, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр. Его приезд, я надеюсь, его встречи с руководителями области также помогут нам в развитии. Турнир пройдет по круговой системе, каждый сыграет с каждым, а победители определят по количеству набранных очков. У наших баскетболисток настрой самый боевой. Соперники сразятся в спортзале в ЛГУ на улице Университетской и на спортивной площадке бывшего пединститута. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.